мараю я единым духом лист. Внимаю я привычным ухом свист. Потом всему терзаю свету слух. Потом печатаюсь и в лету бух. Такое предисловие можно было б написать не только к полному собранию моих сочинений, но и к полному собранию сочинений многих, очень-очень многих композиторов, как и советских, так и зарубежных. А вот и подпись Дмитрий Шостакович. Народный артист СССР. Очень много и других почетных званий. Первый секретарь Союза композиторов РСФСР. Просто секретарь Союза композиторов СССР. А также очень много других весьма ответственных